Так, ребята, скачала одну игру. Интересную. Ссылочка будет в описании. Так, погнали. Продолжить. Что мы с него получим? Так, ну так, игра, в принципе, это норм. Так. Бежим, бежим. Уже это у нас Так, мы идем банк грабить. Это как GTA, только на максималках. Ну просто, ребята, классная игрушка очень. Ссылочка, как всегда, повторяюсь, будет в описании. Взять все. И идемте, это как, помните, последний день на земле, вот та же самая фигня сейчас. Надеть. Так, окей. Что? С одного удара? Ой, на самом деле... Хочу обратить ваше внимание, что на этом аккаунте всего лишь 50 уровень Бравл Пасса. Это значит, что аккаунтом попросту никто не занимался и, скорее всего... Диалог мы в кавычках читаем. Сейчас давайте думаем в лучшей перейдем в вкладочку «Бойцы» и посмотрим, какие же все-таки персонажи она хранит. Ну, а здесь у нас всего лишь 26 бойцов, что не особо и хорошо для такого аккаунта. Также практически для всех персонажей у нас имеется более 300. Вау, это как GTA реально. Это правда Кибербанк или GTA, очень-очень похоже на GTA и Кибербанк, ребята, вот реально, вроде бы покушали. Теперь я вам говорю, что это как последний день на земле. Нет, 37 гемов. Нет, 20 гемов не так сложно.
Но и сейчас добавить, я думаю, мы сейчас с вами перейдем в вкладочку бойцы и посмотрим, чем же все-таки она нас удивит. Ну, а здесь... Я вообще не понимаю, игра реально слышала. За практически для всех персонажей у нас имеется поле, точка кубком, что тоже довольно таки неплохо. Но в редкости бойцов у нас и все эти по 4 мифика и отдали гендарные стенки. Нет, ну ведь если честно, то данный аккаунт у меня пока что не особо впечатлил. Поэтому давайте мы прямо сейчас посмотрим, какие же все-таки скины на нем имеются. Итак, на Шелли у нас есть скин Бандитка Шелли, а также две пассивки. На Ниту у нас есть скин Нита Панда. На Кольте у нас есть скин Роза. Также скин Застер Пойнт и Бандит Кольт. Так, нам идти оттуда. Что также две пассивки. На Буле у нас есть, понятное дело, скин Король Варваров, Пула, также гаджет. На Джесси у нас есть довольно-таки неплохой скин Летняя Джесси, а также две пассивки. На Броке у нас есть просто офигенный скин Кунг-Фу Бро. Так, ребята, это кошелек. Опять же ничего. На Бите у нас тоже нет скина. На Эмс у нас опять же ничего. На Эльприму у нас, к сожалению, тоже нет скина. На Барли у нас также присутствует скин Волшебник Барли. На Поко у нас нет скина. На Рико у нас есть скин Рикошет. На Дэрил у нас есть довольно-таки неплохой скин Боевый Дэрил. На Пенни у нас нет скина. На Карла у нас есть скин Всадник. На Кабане Кару. На Пайпер у нас есть скин Розовая Пайпер. Кэнка у нас нет скина, на Биби у нас тоже ничего, на Био у нас есть скин Боже Коровка Пи, на Морчиса у нас нет скина, вернее скин-то есть, но все же он бесплатный, поэтому мы его не засчитываем. На Тару у нас есть скин Застер Пойнта Индиго Тара, на Джина у нас нет скина, на Макс у нас опять же ничего, ну и на Сэнди у нас есть скин Сонный Сэнди, а также гаджет. Но вот такой вот у нас аккаунт за 7000 рублей, ну а мы уже переходим к прощанию. Но сейчас обещанный розыгрыш Бравл Пасса. В данном видеоролике я разыграю целых 3 Бравл Пасса, но при одном особом условии. Если же данный видеоролик набирает 500 лайков, то я разыгрываю всего лишь 1 Бравл Пасс. Если же 750, то 2. Но если же 1500, то понятное дело 3. Вот да, такие вот штанишки модные одеваем. Вы поймите меня, Бравл Пассы тоже стоят довольно-таки немаленьких денег. Поэтому, если же вы хотите их получить, то обязательно выполняйте все условия, которые я сейчас перечислю. И, возможно, именно вам повезет, именно вы сможете выиграть. Итак, для того, чтобы принять участие в данном конкурсе, вы всего лишь должны поставить лайк на мой видеоролик, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Ну, а также перейти по ссылке в описании и подписаться на мою страничку во ВКонтакте. Ну и, понятное дело, перейти в комментарии и написать позитивный комментарий. Ну, а итоги данного конкурса будут до 7 апреля на моей страничке во ВКонтакте. Чем больше лайков будет на данном видеоролике, тем больше Бравл Пассов я и разыграю. Ну а вам же я желаю всем удачи победить в данном конкурсе, ну а мы уже переходим к прощанию. Ну вот такой видеоролик у меня получился. Обязательно поставьте лайк, если же он вам понравился, ну а также не забудьте подписаться на мой канал. Итак, ребята, я на перекус. Итак, ребята, пока я покатался по городу, ну, что-то сделал, смотрите, так, тут за руль, а я из квартиры, давайте отправиться. Я сам буду ехать просто. Это как киберпанк. Только на телефон. Даже хорошо, но также 130 старпоинтов, 950 монет и 23 гема. Не, ну вот и гема мы даже сможем купить себе какой-нибудь скин, и это действительно очень даже приятно. Но по уровню Бравл Пасса мы можем с вами понять, что данный аккаунт попросту забросили, и скорее всего до меня на нем долгое время никто не играет. Ну сейчас давайте думаем, мы зайдем в магазин и заберем доступные подарки. Итак, забираем все силы, мочите.
Пойдемте на опять какой-то фрик. Итак, на шее у вас есть такое, это колдовый скин, звездная шея, дальше две пассивки. На ней-то у нас нет скина, на кольце у нас есть скин застер-пойнт. Так, как прыгать? Ну ладно. У нас есть скин застер-пойнт, который защитник был, да. А-а-а, тут можно обойти. На Джесси у нас опять же удачный скин, просто на Джесси, а дальше две пассивки. На Кольке у нас нет скина, на Динамайке у нас опять же ничего. На Бул, к сожалению, тоже нет скина. На бите у нас опять же ничего. У нас есть скин. Так, это не его район, так. И все. Фух, я вот сейчас подкрепился, так. Фух, по-моему, у меня есть инвентарь. Чего? А, это реклама Пепка, типа. Так. 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 Игра хорошая на самом деле. Ну ладно, ребята, я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. И всем желаю здоровья, всем покедова.